Впервые модель стажировки 7 плюс 1 была внедрена и использована нашим университетом. По этой программе первые 7 семестров дается теоретическое образование, а в последнем семестре студенты получают стажировку от 10 до 16 недель. Эта программа стремится адаптировать наших учеников к деловому миру. После 16-недельной стажировки в последнем семестре выпускники могут продолжить работать на местах и должностях, на которых они практиковались. Наши выпускники в основном работают во внешнеторговых и логистических компаниях. Наша страна еще с 1980-х ведет политику экономического роста за счет внешней торговли и экспорта. По этой причине очевидно, что компании в нашей стране нуждаются в квалифицированных внешнеторговых экспертах. Поэтому наши выпускники могут работать по профессии. Мы – факультет, ориентированный на экспорт. Наше базовое образование включает в себя сферы экспорта, логистики и внешней торговли. Поскольку политика экономического роста в нашей стране параллельна этому, наш уровень трудоустройства в первый год составляет около 70-80%. Студентам, желающим легко трудоустроиться, следует выбрать наш факультет. Объединяем знания и умения – слоган нашего университета. Использование знаний на практике позволяет нашим студентам легко адаптироваться и найти работу. В этом плане наш университет один из первых следует такой миссии. Поэтому будущие студенты будут в выигрыше, если выберут наш университет. Студенты нашего факультета в основном будут работать в компаниях, занимающихся экспортом. Таким образом, у них будет возможность налаживать международные связи и ездить в заграничные командировки. Нашим ученикам я советую выучить английский язык и хорошо владеть им на разговорном уровне. Как раз поэтому в двух наших отделах есть вынужденный английский язык, а в других отделах есть выборочные подготовительные языковые классы. Если наши студенты хорошо выучат английский и успешно завершат обучение, они смогут работать в очень престижных компаниях, путешествовать по миру, зарабатывая деньги. Наш факультет с нетерпением ждет всех учеников, мечтающих о такой жизни.